Совсем скоро наши любимые бабушки, мамы, жены и дочки будут принимать подарки от мужчин. Международный женский день семимильными шагами приближается к нам. Кто-то ходит по магазинам в поиске подарков, а другие уже поздравляют милых дам. В числе таких Бобруйск Агромаш и завод тракторных деталей и агрегатов, которые подготовили настоящий сюрприз для своих работниц. Лучшие артисты Беларуси приехали, чтобы подарить им свои песни. В концертном зале областного театра драмы и комедии царила по-настоящему праздничная атмосфера. Звездное небо из фонариков смартфона, море улыбок и счастливые лица милых дам. Дорогие женщины, девушки, девочки, бабушки, от всей души хотим вас поздравить с 8 марта, с этим праздником весны. Будьте всегда на позитиве, улыбайтесь и радуйте нас, вторых половинок. И цветите, как эти розы. Дорогие наши жительницы города Бобруйска, милые женщины, от всего сердца, от всей души, я поздравляю вас с Днем Весны, с вашим праздником, с праздником 8 марта. И от всего сердца желаю вам, чтобы у каждой из вас в сердце всегда было солнце, царила любовь, гармония и хорошее настроение. С праздником вас! Всех самых милых, нежных, очаровательных бобруйчанок с 8 марта, с наступившей весной. И, конечно, хочется пожелать, чтобы и в душе, и в сердце, и во всех домах было светло, тепло, радостно от того, что пришла весна, от этого праздника, который всегда несет так много хорошего и радостного. Всех жительниц славного города Бобруйска поздравляем с весенним праздником 8 марта. Это красивый день, поэтому его нужно проживать красиво. Принимайте подарки, принимайте поздравления. Будьте счастливы. И, естественно, я как мужчина хочу пожелать милым дамам ежечасного, ежеминутного, ежесекундного ощущения счастья. А я добавлю, не только счастья, но и любви. И, девчонки, помните, мы с вами самые красивые, самые лучшие, самые успешные. Поэтому побольше вам морей, побольше путешествий, побольше выходных. В общем, худеть во сне и быть счастливыми. С праздником! С праздником! Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.